Нам еще сегодня предстоит обсудить ряд локальных проблем, таких как Балканы, ситуация на Кавказе, в Молдавии, Средней Азии, там, где ОБСЕ также играет заметную роль в поиске политического урегулирования конфликтных ситуаций. Både som norsk utenriksminister når det gjelder våre bilaterale forbindelser, men også som formann for OSSE. Это касается и моей роли в качестве министра иностранных дел Норвегии и в качестве председателя ОБСЕ. Gjennom hele konfliktenperioden i Kosovo så har det vært viktig for meg å kunne ha denne muligheten som OSSE-formann til kontakt med den russiske utenriksminister.